Утро доброе. В эфире телеканала «Кубань-24» новости культуры. И сегодня вы узнаете, кто начинал работу в театре осветителем, а стала известной актрисой. И, внимание, загадка. Сестра Калигулы, последняя жена Клавдия, мать Нерона. О ком это мы, узнаете через несколько минут. Актеры Краснодарского молодежного театра вернулись на родную сцену. Поздравить театр с новым обликом пришли представители власти, бизнес-сообщества, друзья и коллеги. В здании прошел капитальный ремонт. Благодаря освещению изменилось фойе и интерьер театра. Но это не единственный подарок для зрителя. Затраты на ремонт составили 70 миллионов рублей. В эту сумму входит оснащение звуковым оборудованием, световым оборудованием и также капитальный ремонт всего здания от подвала до крыши. А вот сценическую площадку оставили прежней. Она стала особенностью театра. Позволяет трансформировать пространство сцены в зависимости от режиссерского замысла. Первой постановкой в обновленном здании театра стала «Дуэль» по одной из повестей Антона Чехова. Кстати, это один из спектаклей долгожителей молодежного театра, поставленный Владимиром Рагульченко. Спектакль любимого мастера, человека, который по большому счету определил всю политику театра, который у нас вырастил, это тоже немаловажно. И любимейший спектакль, любимый персонаж на родной сцене, конечно, хорошо. И волнительно, и очень трогательно, наверное. Следующей постановкой, которую сыграют артисты молодежного театра, станет спектакль «Куколка» по произведению Аркадия Аверченко. Оценить этот спектакль, но уже в новом храме Мельпомены, зрители смогут 19 февраля. Родилась под шум кулис, работала в театре осветителем, а в итоге стала заслуженной артисткой Кубани. В Краснодаре прошел бенефис солистки музыкального театра Карины Петровской. Позади десятки воплощенных персонажей, но первый выход на театральные подмостки состоялся, когда Карине не было и 3 лет. Екатерина Славянская побывала на юбилейном вечере артистки и узнала, каково это – почувствовать вкус сцены с детства. Песня Лайзы Минелли, музыку которой написал Шарль Знавур, стала знаковой для солистки музыкального театра Карины Петровской. Во время подготовки к концертной программе мюзикл «Браво, брависсимо» выбрали эту композицию, но трагичные слова решили заменить. Тогда один из друзей написал текст об артистке, которая родилась под шум кулис. Во многом песня стала автобиографичной. Маленькая Карина была театральным ребенком. И когда мама, уже известная артистка, на сцене воплощала роль, девочка ждала за кулисами. Мама сидела, шла сцена, и вдруг мне почему-то так стало одиноко, что я подумала, ну почему, ну мама же вот, ну все же вокруг нее стоят, ну почему я не могу пойти? Я встала с этого стульчика и пошла сюда на сцену, пришла и стала рядом с мамой здесь. Так сцена музыкального театра стала для Карины родной, но путь к ней был извилистым и непростым. В 16 лет девушка пришла в храм Мельпомены на должность осветителя. И сейчас, заходя в цех, она вспоминает первую свою работу здесь. Здесь были стеллажи. Здесь также висели все вот эти вот удлинители. Эти знания помогли Карине в актерской профессии. Уже четверть века она выходит на сцену и собирает овации зрителей. И какой бы образ она ни воплощала, всегда удается сделать это блестяще, трогательно и проникновенно. Артистка не боится экспериментов. Она давно вышла за пределы родного жанра оперетты. На юбилейном вечере Петровская предстала перед поклонниками и друзьями такой разной и такой настоящий. Мне просто очень хотелось, чтобы Кариша немножко полетала на сцене, и чтобы все увидели, насколько многогранная эта актриса и этот человек. Потому что мы должны быть счастливы, мы и так счастливы, что в нашей труппе и в нашем городе есть такая звезда. В зале во время бенефиса присутствуют родные люди – мама, муж и дочь. Именно они ее главные критики. Всегда. Этот бенефис, вот, например, очень тяжело дался. Мы 1,5 года, вот это уже пытались, учили что-то. Вот последние 2 недели я, например, дома не жила уже. Я выходила на работу, я ходила в спортзал. Ну, очень тяжело, потому что это выходит эмоционально. Радость. Радость от того, что я увидела мое продолжение, во-первых. Я очень хотела, чтобы она была актрисой. И она, по-моему, состоялась. Я занимаюсь тем, что я люблю. Я нахожусь там,
где я люблю все. Я правда счастливый человек. Это мой театр, это мой дом. Екатерина Славянская, Нил Ракша, Кубань-24, Краснодар. Любовь и отчаянная борьба за власть, интриги и тайны Римской империи – все это на сцене Краснодарского музыкального театра. Постановку «Агриппины» зритель сможет увидеть во втором фестивале искусств «Опера без границ». Любопытно, что эта опера была написана еще в начале 18 века, специально для показа на знаменитом Венецианском карнавале. Тогда премьера имела невероятный успех у публики. Сегодня она идет на сценических площадках Европы, однако в России ставится впервые. Единственным, кто рискнул поставить «Агриппину», стал Национальный театр оперы и балета Республики Северная Осетия. Оценить эту постановку смогут теперь и жители Краснодара. Увидеть оперу «Агриппина» можно будет 24 февраля. Художественный руководитель Краснодарского камерного хора, народный артист России Вячеслав Яковлев принимает поздравления с юбилеем. Свое 65-летие он встретил на сцене вместе со своим коллективом, которым он руководит вот уже 27 лет. Кстати, именно по его инициативе был создан Краснодарский камерный хор. Каждый день было 9 часов работы с хором. А работа с хором, чтобы вы понимали, не просто состоять. Здесь нужно ежесекундно давать информацию, так, нет, не так, вот так, нет, вот это, вот это. И вот так 9 часов, и каждый день эта информация должна быть новая, и изо дня в день, месяцы и годы, и так далее. Сложно, конечно, сложно. Высокая планка, которую задает Вячеслав Яковлев, во всем не раз Краснодарский камерный хор становился победителем престижных международных конкурсов и фестивалей. Сейчас коллектив готовится к гастролям в Сочи. Артисты с нетерпением ждут одно из главных культурных событий года – зимний международный фестиваль искусств. Краснодарский камерный хор второй раз примет участие в конкурсе. В этом году он представит симфоническую поэму «Стикс». Аккомпанировать кубанским артистам будут музыканты Московского оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета. На этом у меня все. Такими были новости культуры. Увидимся в следующем выпуске. До встречи и хорошего настроения.